Презентовать отель, план маркетинг и подготовить привлекательное коммерческое предложение. Для менеджеров по продажам подготовили несколько непростых, но очень интересных заданий. На презентацию не более 7 минут. На подготовку предложения для привлечения новых клиентов всего 1 час. В числе жюри профессионалы в области индустрии гостеприимства. Конкурс профессионального мастерства продажи проводят в Сочи впервые. Его участниками стали 11 объектов размещения. Это и небольшие частные гостиницы, и крупные сетевые отели. На конкурс заявился даже отель из Абхазии. Это всегда очень полезное мероприятие, потому что это не только обмен опытом, но это на самом деле разобрать конкретные ситуации, да, там, то есть узнать про ведущие российские международные практики, поделиться какими-то своими проблемами, задачами, заботами, на которых коллеги, как правило, всегда подсказывают очень интересные советы, рекомендации. И все это позволяет нам еще двигаться вперед. Конкурс организовала Ассоциация ательеров «АМАС», которая объединяет ательеров Сочи и Краснодарского края. Организаторы отмечают, смотр профессионалов ориентирован не на руководителей продаж, а на среднее звено. Его участники – рядовые менеджеры, но рядовой их работу не назовешь. Ведь именно они ищут для гостиницы клиентов и первые, кто делает отдых гостей в отеле комфортным. Скорее всего, мы будем не только продолжать, но мы будем организовывать конкурсы и для других специалистов. И будем стараться, чтобы это было больше направлено на развитие именно линейного персонала. То есть в данном конкурсе не участвуют руководители продаж. Это было заявлено сразу. То есть мы работаем со средним звеном, с нашим будущим. Возможно, именно эти менеджеры в будущем станут руководителями продаж в своих отелях. И нынешний конкурс – это как раз-таки одна из ступеней в их карьерной лестнице. Новый полезный опыт. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.